5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд довольно-таки топовой базы Player 6238. Давненько мне не попадалось ничего топового. Вам понадобится одна C4 и все. И один топорик. Нет, тут не один ящик, но можно найти в еще одном ящике больше топоров. Типа вот в этом зеленом, насколько я не ошибаюсь, должны быть железные топоры и обычные топоры. Готово. В этом зеленом ящике, как я и говорил, взял я 3 обычных топора, которые уже использовал, и вот 3 железных топора, с помощью которых я открыл вот эти вот остальные ящики. Так, смотрим. Первый ящик. Это у нас калаш и 4 глока. Плюс катана, разрушитель и мясо вяленое, которое у меня сперли. Здесь у нас дробовик, миниган, ВСС и микросхема, которую у меня украли. Давайте я вот сюда положу это дело, чтобы знать. Здесь у меня эмочка лежит. В этом ящике пластины потом заберу. В этом ящике красные талоны. Тоже потом заберу. Пока пойду это все положу в байк и быренько умру. Так, с последней ящики я сломал. Надо в байк еще что-то загрузить. Здесь я ставлю мачете и катану. И у меня полностью инвентарь свободен. Плюс еще 8 мест в байке. Поэтому можно забирать до посинения. Так, лут, как обычно, который у меня украли, я сложу вот сюда. Чтобы вы понимали, что к чему. Это я заберу, это я тоже заберу. Пусто. Ага. Тут такой себе. Здесь доски заберу. Уголь не знаю пока. Этот ящик, что он? Тоже ничего интересного. Здесь я уже смотрел, мне не интересно. Так, вот это я заберу. Батарейки тоже заберу. Гаечные ключи, кстати, 3 штуки можно забрать. Дальше, это мы видели, это мы тоже видели. Здесь пластины, пластины будем забирать, слитки тоже. Все вот это мы будем забирать. Металлолом можно тоже забрать, это все в байк поместится. Кстати, у меня же байк есть точно. Я забываю, что могу туда что-то сплавить, если прям захочу забрать. Но пока я ничего не нахожу интересного. Разве что. Кстати, я забыл сказать, что когда придет на эту базу, вот здесь, например, стеночка будет уже взорвана. Это не я ее взорвал, она так и была. И вот с той стороны тоже. Но там это бесполезно, бессмысленно, никому не нужна. Там, если даже заходить, там ничего, никаких ящиков, ничего нету. Так, давайте я сложу быренько сюда, что хотел сложить. И если в этом оранжевом ящике будет что-то интересное, то смогу это все быренько забрать, чтобы громил меня особо не трогал. Ну, металлолом, в принципе, и пиво, которое у меня украли. Вода осталась и что-то еще там было, крепкий алкоголь. Может, я его видел, но не забрал. Ладно, едем на базу смотреть, что нам удалось оттуда вынести. Ну, а вот, собственно, весь лут, кроме вот вяленого мяса и микросхемы и пива. Все остальное мы вынесли с этой базы с помощью одной C4. Очень даже неплохой лут, как по мне. Не топовый, нет, хотя даже ближе к топовому, наверное. Ну, по крайней мере, для меня. На этом все. Надеюсь, рейд вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.